Сейчас мы получили сообщение о том, что матч в Алма-Ате завершился в ничью 1-1. Там встречались местный «Кайрат» и ленинградский «Зенит». Таким образом, «Зенит» набрал 22 очка и закрепился на четвертом месте. Хозяева поля в атаке. Передача Игорю Биланову. Бессонов. Вадим Жук фиксирует нарушение правил со стороны литовских футболистов. Штрафной удар. Ну и с этой позиции, очевидно, будет навесная передача. Так сказать, штатный исполнитель стандартных положений Геннадий Литовченко. Опасность ворот вильнюсской команды. Удар и мяч в сетке ворот Вацлаваса Юркуса. Отличился Игорь Биланов. Ну, по-моему, здесь нерасторопно действовали защитники литовской команды. Дали возможность. Вот посмотрите повтор этого эпизода. Геннадий Литовченко. Передача. И вот здесь не дотягивается до мяча защитник вильнюсской команды. Еще одна передача. Вновь неудачно. И Игорь Биланов. Нужно дать ему должное. Вел борьбу за мяч до конца. Пошел в борьбу, рискуя при этом получить травму. Но в последний момент, в таком акробатическом прыжке,